Приготовив на зиму икру из сырой свеклы, вы сэкономите массу своего времени, заготовка очень полезная и практичная, берите на заметку. Зимой икру из сырой свеклы можно использовать для приготовления борща и свекольника. Практичная заготовка сократит время провождения на кухне, это удобно для каждой хозяйки. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Почистите свеклу и натрите на терке. Выложите свеклу в чистые простерилизованные банки. Вскипятите воду, всыпьте сахар и соль. Вкуснее тем, кто подпишется. Влейте масло, всыпьте специи, проварите рассол 1 минуту. Залейте свеклу горячим рассолом. Закатайте банку крышкой и утеплите. После остывания поставьте икру в прохладное место до зимы. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Свекла – 300-350 грамм. Вода – 250 грамм. Уксус – 9%, 1 чайная ложка. Черный перец горошком – 3-4 штук. Лавровый лист – 1-2 штук. Растительное масло – 1,5 столовые ложки. Сахар – 1 чайная ложка. Соль – половина чайных ложки. Количество порций – 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.